Одной из новостей наступившего года является обложение налогом процентов по банковским вкладам в размере от 1 миллиона рублей. Однако затем речь пошла о других цифрах. В частности, стала называться цифра в 700 тысяч. Кому и сколько придется платить, выяснял Роман Быков. В то время как экономисты говорят о снижении доходов граждан, сведения Центробанка этому противоречат. По последним данным регионального отделения, на счетах жителей Тверской области хранится 187,5 миллиардов рублей. И только за минувший год эта сумма выросла почти на 9 миллиардов. Увеличение вкладов как раз способствовало рост ставок и привлекательность ставок банковских. И плюс ко всему прочему расширение предложений по онлайн-платформе Marketplace. Неудивительно, что у федеральных властей появились идеи обложить налогом крупные вклады. Причем ФНС отмечают, что платить граждане будут не за общую сумму, а за проценты по вкладам. Известна и конкретная цифра, начиная с которой будут взиматься подати. Ее получили по формуле «сумма депозита, помноженная на ключевую ставку ЦБ». На 1 января 2021 года она составляла 4,25%. Необлагаемая сумма в данном случае составляет 42 500 рублей. То есть если вам начислены проценты по итогам 2021 года менее 42 500, никакого налога и никакого налоговой базы не возникнет в данном случае. Таким образом, налог придется заплатить, даже если ваш вклад не миллион рублей, а, например, 700 тысяч, но размещен он под более высокие проценты. К этому всему стоит добавить, что дополнительную декларацию заполнять не придется. Просто в перечне имущественных налогов появится дополнительная строка.